Добрый день, друзья! Вы на канале «Строй Гарант Анапа». Меня зовут Марина. Вместе с менеджером Ириной мы проведем для вас обзор небольшого, но уютного дома. Находимся мы в ЖК «Встречный». Это поселок Стрелка. Давайте посмотрим, что для вас приготовили. Мы находимся на территории. Посмотрите, есть не только калитка, но есть большие ворота для того, чтобы загнать ваш автомобиль. Легковой, может быть, даже небольшой грузовой тоже здесь разместится. Ворота большие, с подъемным механизмом, ручной, ну и по вашему желанию вы можете установить автоматический. Дом небольшой, уютный, уже отсыпана входная группа, но давайте зайдем внутрь дома со стороны приусадебного участка. Вид там намного красивее. С этой стороны уже есть ступени, смотрите, они выложены плиткой. Дверь металлопластиковая со стопором, чтобы не относило ветром. Друзья, мы находимся в прихожей этого небольшого уютного дома. Ирина, расскажите нам в двух словах об этом проекте. Этот дом у нас 50-й уют. Он у нас двухкомнатный, имеется санузел и кухня с залом. Ира, скажите, пожалуйста, предусмотрены ли здесь теплые полы? Вот здесь уже залитые. Да, теплые полы у нас идут в коридоре, в санузле и в кухне. Да. Давайте посмотрим санузел. Это предчистовая отделка, правильно? Да, это предчистовая отделка. Получается финишная штукатурка беленькая. Стяжка пола, она уже выровнена у нас под ламинат, плитку. Ну, что будут люди ложить? Вот. Что есть в санузле? Давайте посмотрим на этапе предчистовой отделки. На этапе предчистовой отделки выведены все розетки, подрозетники имеются. Также выведены трубы под воду. Угу. А что это на потолке? Это вентиляция? Это принудительная вытяжка, да. Она есть в каждом санузле? Она есть в каждом санузле, в каждом доме. Также имеется окно, которое открывается, можно будет проветрить дом, помещение. Матовое, правильно? Да, оно идет у нас матовое. Объемный санузел и небольшую ванну и душевую кабинку, по-моему, можно расположить, правильно? Да, конечно. Предположительно, это спальня, да? Да, это спальня, 15 квадратных метров. Здесь предусмотрена также выемка под шкаф, можно поставить шкаф-купе, да? Сделать гардеробную, да. Здесь также выведены все розетки под телевизионную, да, систему. Также у нас выведена розетка под кондиционер. Это у нас в каждом помещении выводятся розетки. А батареи еще нет, да? Батареи у нас в предчистовой отделке не предусмотрены. Их можно заказать у нас отдельно. Очень легко открываются окна. И также имеется еще одна такая же комната. Такая же, как та, тоже имеется выемка для шкафа-купе. Да? Предусмотрены также все розеточки и под кондиционеры, и под телевизор. Все это можно есть. Можно в каждой комнате вешать телевизор. Да, в каждой комнате можно телевизор. И также окно. Да, с видом на садовый. Скоро здесь сад. Будет цвести яблони и груши, поверьте. И виноград тоже. Кухня имеется также и зал. Они у нас соединены. Сдвоенные. Будет зона кухни и зона гостиной, правильно? Да, имеется. Зона. Наверняка здесь расположится кухонный гарнитур, да. Угу. Подскажите, это выход на котел? Это выход, да, предусмотрен котел у нас, идет электрический, но в предчистовой отделке он не входит. А так можно будет сразу же подвести газовый котел. У нас под газ все предусмотрено. Здорово. Также имеется вытяжка, которая идет на 200, да. Специально это требование газовщиков, чтобы у нас была такая вытяжка. Ага, здорово. Вот розетки под телевизор, также можно здесь расположить, да, диван, поставить телевизор. Уютное небольшое помещение. Ага. Скажите, вот я смотрю, есть не только дверь, но есть и небольшие окна с двух сторон от двери, посмотрите, да, которые можно проветрить. А подскажите, москитные сетки планируются здесь? Обязательно. Идут с москитными сетками, когда дом сдается, москитные сетки хозяевам вручают. Ира, подскажите, вот на потолке в прихожей есть
Да, выемка. Да. Это у нас идет под лестничный проем, у нас идет под лестницу на чердак. Чердачная лестница устанавливается. И можно хранить в чердачном помещении что-то вот хозяйственное. Ага. Что-то. То есть там дополнительная комната, да? Да, можно сделать дополнительную комнату. Это несложно будет опускаться лестницы, правильно? Да. И можно будет свободно подняться, да, и посмотреть, что там наверху. Можно хранить санки и лыжи, которые редко здесь нужны. Ира, скажите, пожалуйста, вот на этом этапе предчистовой отделки, на сегодняшний день, какова стоимость этого дома? На сегодняшний день стоимость этого дома в предчистовой отделке 4 миллиона 119 тысяч. Здорово. Дом по цене квартиры, друзья, стоит рассмотреть этот вариант. Еще раз давайте, да, напомню, это 50-й проект, правильно? Это 50-й проект «Уют», 5 соток земли. Все коммуникации подведены, все коммуникации правильно? Подведены. 15 киловатт электричества, газ дошел до межи, есть, да, индивидуальный септик, есть водопровод. Да. Все, что нужно, друзья. И хорошие соседи прилагаются. Проект «Уют» – это необыкновенный проект, он предусматривает особенность, да? Да, у него нет террасы. Террасу этого проекта отсутствует, угу, просто лесенка в сад идет. Угу. Но зато отмостка есть по периметру всего обязательно, дома. Обязательно, да. У нас у каждого дома отмостка метр. Скажите, отделка дома – это штукатурка Баумит? Штукатурка Баумит, да, немецкая штукатурка у нас идет. Вообще дом у нас сделан из керамзита блока, утеплитель идет 5 сантиметров и штукатурка Баумит. А крыша – это что? Крыша металлочерепица. Металлочерепица, да? Друзья, это был обзор небольшого дома. Проект 50-й «Уют». Нам помогала менеджер Ирина. Ира, спасибо за интересную экскурсию. Я очень надеюсь, что вам понравится. Друзья, звоните, пишите, спрашивайте, задавайте вопросы. Ни один ваш вопрос не останется без внимания. Это ЖК «Встречный», поселок Стрелка, место, где арбузный рай. И не только. Звоните.